Новости Казахстана на К+. В студии работает Алексей Рыблов. Здравствуйте. Поддержите, глядите, пожалуйста, 27 апреля. Оппозиция приглашает граждан поддержать 27 апреля митинг против пенсионной реформы и роста тарифов. Список 217. Мы думаем, что это натуральная коррупция, потому что мы, члены комиссии, не знаем. Жители микрорайона Шинрак вновь пытаются добиться легализации земельных участков. Власть Акимом. А у нас тут кандидаты же есть, вот хорошие люди есть, молодые, перспективные. Правительство предлагает выборность и расширение полномочий сельских акимов, однако парламент не торопится с принятием законопроекта. В бостонском взрыве ищут казахстанский след. Видимо, так можно понимать тот факт, что двое студентов из Казахстана находятся в иммиграционной тюрьме США. 19-летних Диаса Кадырбаева и Азамата Тажаякова обвиняют в нарушении миграционного законодательства. Сегодня на сайте Тенгри Ньюс появилось интервью с отцом Диаса Муратом Кадырбаевым. По его словам, вина его сына заключается только в том, что он и его товарищ прогуливали вуз. Иностранные студенты, пропустившие занятия, автоматически становятся нарушителями условий учебной визы. При этом Мурат Кадырбаев признал, что Диас был знаком и общался с Джохаром и Тамерланом Царнаевыми, и что сейчас он проходит по делу о бостонском взрыве в качестве свидетеля. По заявлению Министерства иностранных дел Республики, студентов задержали после того, как было начато расследование возможных контактов подозреваемых в организации взрыва на бостонском марафоне 15 апреля. День протеста, намеченный в Казахстане на 27 апреля, состоится. Об этом сегодня заявили инициаторы акции. Это несмотря на то, что почти во всех городах страны активисты получили отказ от местных властей на проведение митингов. Впрочем, организаторы будут пробовать другие формы протеста. Где, как и когда будут протестовать несогласные, в нашем следующем материале. Лозунг «Нет будущего» на тысячах листовок с приглашением на акцию протеста 27 апреля оказался пророческим для активистов молодежного клуба «Айна». Власти Астаны сегодня сказали свое «нет» организаторам дня протеста. Причина отказа – место для проведения митинга уже занято. Там соберутся недовольные ипотечники и дольщики, но молодежь за свое будущее готова бороться. Я заявляю, что я лично буду участвовать в этом мероприятии. Если даже кто откажется от участия, лично буду проводить этот митинг. День протеста назначен в Казахстане на 27 апреля. В субботу активисты собираются выйти на главные площади городов республики, чтобы сказать «нет» повышению пенсионного возраста и росту тарифов ЖКХ. Не оставайтесь в стороне, не наблюдайте из-за угла, как будет решаться ваша проблема. Это наша проблема, это ваша проблема. Правозащитники, лидеры внесистемной оппозиции, представители неправительственных движений и объединений готовились к акциям протеста в соответствии с законодательством страны. Однако почти все заявки на проведение митингов в акиматах городов отклонили. Причины разные – проведение субботников, концертов и прочих городских мероприятий. 27 апреля – никакой не праздник. Ну, получается, что нам отказали, и оказывается, в эти дни будут проводиться спортивные состязания. Санкционированная акция протеста состоится лишь в Алма-Аты. Здесь митинг пройдет за кинотеатром «Сары-Арка» с 11 до часу дня. Во всех остальных городах получить разрешение на митинг так и не удалось. Но организаторы несогласных объявили, что протесты все равно состоятся, поменяется лишь форма. В большинстве городов это будет сбор подписей против ожидаемых пенсионной и реформы ЖКХ. Где-то устроят флешмобы, где-то одиночные пикеты. А в Алматы сегодня раздавали листовки с приглашением на митинг 27 апреля. Инициативная группа ожидает массового притока горожан на акцию протеста. Поддержат ли ее алматинцы, выясняли корреспонденты. Поддержите, глядите, пожалуйста, 27 апреля. Поднимаем только народные вопросы. Пенсионка, тарифы, образование и так далее. За Сыр-Арпа вчера получили разрешение. Вот разрешение. Общественный деятель Канагат Такеева с соратниками буквально за несколько минут раздала первую пачку листовок на Арбате. После предварительного общения с алматинцами подводит итоги. Люди откликнулись и поддержали идею. Это показатель того, что люди перестали бояться. И я думаю, что действительно назрело то, что народ сейчас готов отстаивать свои права именно социального характера. Впрочем, возможно, активист несогласных преждевременно озвучила свои ожидания. На алматинском Арбате даже развернулась импровизированная политическая полемика. Я думаю, что это все пустое. Это уже давно надо было проводить. Это социализм, его не вернешь.
Это же по новой революции делать не выйдет, не пойдут деньги. Так что это надо было делать до 92 года. Сейчас поздно. Поэтому да. Профукали. С ним, как говорится, поддерживаю его. Поздно уже. Поезд ушел. Молодежи бесплатное образование. Мне кажется, это навряд ли, но хотелось бы, да. И гарантийное трудоустройство тоже, да. Как вы считаете, это вообще все реально? Мне кажется, намного меньше придет людей на этот митинг. Ну, как бы всех это беспокоит, но люди, мне кажется, не верят. То, что если даже этот митинг пройдет, да какие-то вопросы изменятся. Для тех, кто привык сидеть на скамейке, суббота станет обычным выходным днем. Между тем, акимат Алматы накануне выдал разрешение на проведение митинга 27 апреля за кинотеатром «Сыроарка». Инициаторы поднимают ряд нелицеприятных для правительства вопросов. Сократить расходы на тарифы ЖКХ, отменить повышение пенсионного возраста, обеспечить достойный материнский капитал, списать неподъемные кредиты, а также вернуть бесплатное образование и гарантированное трудоустройство. Людмила Экзархова, Ренат Абулхаиров, Алматы, Казахстан. С конца этого года в стране начнут выбирать сельских акимов. Пока только депутаты маслихата и по рекомендации глав районов. Акимам дадут право пополнять местный бюджет, сдавая в аренду коммунальное имущество, а жителям аулов контролировать местную казну через сельские сходы. Санатур Налиев узнал мнение сельчан по этому поводу. За трибуной вице-министр регионального развития Каирбек Ускенбаев презентует депутатам закон, расширяющий полномочия акимов. Чиновник предложил дать местным главам право пополнять местный бюджет, сдавая в аренду сельские клубы, детсады и библиотеки, получать спонсорскую и благотворительную помощь. В общем, зарабатывать как можно, все ради блага и с разрешения местного населения. Законопроект наделяет акимов городов районного значения, поселков, сел, сельского округа дополнительными полномочиями по формированию доходных источников, утверждению планов поступления и расходов денег местного самоуправления после согласования с собранием местного сообщества. Поселок Кызылсуат Талапкерского сельского округа Целиноградского района Акмолинской области. Самый близкий к столице поселок – 5 километров. Население – 780 человек. 90% жителей работает в Астане. В селе имеются казахская школа до 9 класса, медпункт и 4 магазина. Никто из жителей не знает, как зовут акима поселка. Это сейчас по Зулсуат можно спокойно проехать, а зимой эту дорогу заметает так, что село неделями остается в изоляции. Сельчане нанимают технику в складчину. На местную власть надежды никакой. Среди акимов большая текучка. Того, кто сейчас у власти, местные даже не видели в лицо. Говорят, выбирать акимов нужно, но с одним условием. Чтобы здесь собрание открыть, своего акима выдвинуть со своей деревни. Вот. А у нас тут кандидаты же есть, вот, хорошие люди есть, молодые, перспективные, образованные есть тут. Который действительно болеет, есть такие здесь у нас. 30 лет назад я эту школу закончил, и мне стыдно в эту школу заходить. Я такой школы не видел. Хозяин местного магазина Тукбулат Игасанов уже давно выполняет функции главы аула. Ежегодно дает деньги на ремонт местной школы, провел сельчанам свет, построил медпункт и снабжает продуктами. Кызылсуатовцев вынудили жить в режиме местного самоуправления. Но аким все равно нужен, считает бизнесмен. Главное, чтобы его контролировало местное население. Он должен контролировать поселок, но этого акима должны контролировать местные люди. Местные старейшины будут, кто там, типа комиссии, которые контролируют. Если, допустим, аким взял 10 соток земли, вот сельской земли продал, и эти деньги пустил на школу, допустим, чтобы ремонт школы или что-то такое, тогда те, чтобы знали, тогда деньги никуда не будут вороваться, понимаете? В этот раз депутаты не спешили одобрить закон, мол, слишком много власти дается сельчанам. Вице-министра попросили документ доработать, но очевидно, что одними законами жизнь в ауле не улучшить. Санатур Налиев, Виктор Гудь, Астана, Казахстан. Жители печально знаменитого микрорайона Шанырак в Алматы обратились за помощью к зампреду президентской партии Бауржану Байбеку. Люди уже несколько лет пытаются узаконить свои земельные участки. Евгения Сазонова увидела, как и чем живут те, кого власть зачислила в социальные аутсайдеры. Вот здесь вместо этого дома была у меня двухкомнатный жилой дом. Не сказать прям такая хибара, но домик. После решения суда... Как мы снесли, так они быстренько построили. Батес Турганбаева жила здесь почти 10 лет. Участок купил ее отец. Домик строили собственными силами. 2 года назад женщине самой пришлось разбирать строение. Иначе бы его просто сравняли с землей вместе с вещами. В легализации земли Батес отказали. Все суды она проиграла. Мне дают ответ письменный, что мой земельный участок накладывается на участок Расмендива Бахчан Канатбаева.
Такого человека я в жизни не видела и не слышала. Сейчас в этом новеньком коттедже проживает совсем другая семья. Дом, по словам хозяйки, они купили недавно. У кого, знает лишь муж. Проходите. Это комнатушка в тесноте. Да не в обиде, я здесь с двумя детьми. Чтобы Батес не осталась на улице, родственники во дворе собственного дома поставили ей вагончик. В нем семья уже дважды перезимовала без отопления. Батес Турганбаева получает лишь пенсию по инвалидности и продолжает обивать пороги чиновников. Сегодня она пришла в общественное объединение «Шанырак». Таких, как она, здесь 217 человек. Все они много лет ждут, когда их участки будут узаконены. Сколько человек узаконено, сколько не будет узаконено. Все тайно, все мраком. Мы думаем, что это натуральная коррупция, потому что мы, члены комиссии, не знаем ясно, что происходит. Обили все пороги. Ну, рота вообще в спячке. Ответственные товарищи от партии власти о бедах шанераковцев знают и увещевают. Дескать, комиссия работает. Очередной совет по конфликтным ситуациям состоится в начале июня, где уже будет полностью значит, ответ земельный комитет города Алматы, какие участки и по фамилии скажут, по каким микрорайонам есть возможность узаконения. Господин Карбузов посоветовал Батес Турганбаевой снова обратиться в суд. Хотя он прекрасно знает, что все суды она проиграла. Заверениями о том, что ее дело на особом контроле, партийный работник кормит второй год. Так что Батес теперь точно знает, что значит особый контроль партии Нуротан. Евгения Сазонова, Алишер Баязитов, Алматы, Казахстан. В Астане рассмотрение кассационной жалобы группы граждан по иску к финансовой полиции закончилось отводом всего состава суда, рассматривающих дело. Люди судятся с антикоррупционным ведомством за право быть принятыми и услышанными. Чтобы они знали, что мы исполнили все, что мы должны были сделать по закону. Но никто никак не отреагировал. Ни генеральный прокурор, ни председатель финансовой полиции, который после того, как мы подали в суд, пригласил нас все-таки. Мы, значит, имеем право на прием и можем прийти на прием. Но, тем не менее, прошло 2 недели, а реакция нулевая. Это о чем говорит? Что комитет по борьбе с коррупцией – это и есть сама коррупция. Предприниматель Александр Масли вместе с теми, кто тоже не может попасть на прием главному финансовому полицейскому, создали прецедент. Они объявили войну целому ведомству. Обманутый заказчиками владелец строительной фирмы пытался пожаловаться в главное антикоррупционное ведомство, однако там его заявление оставили без рассмотрения, а в личном приеме председатель агентства отказал без объяснения причин. Сегодня его иск должны были рассмотреть в суде третьей инстанции, однако истец выразил недоверие судьям. Слушания пока отложены на неопределенное время. Смотрите далее в нашем выпуске. Эта прическа символизирует знак Экспо 2017. Сразу после жесткой критики президента в Астане началась активная подготовка к всемирной выставке. Куда пойти учиться? Ну, я еще не решила, но, может быть, я стану горным физиком. Минобразование поможет школьникам определиться с выбором профессии. Я делаю эти яблоки из бусинок мелких и крупных бусинок. В Алматы стартовал конкурс поделок детей с ограниченными возможностями. Трое крайних. В случае провала Экспо президент Нурсултан Назарбаев будет спрашивать с конкретных чиновников. Накануне он назначил ответственных за проведение всемирной выставки в Астане. Это премьер-министр Серик Ахметов, ответсек МИДа Рапиль Жашырбаев и Талгат Ермегияев, глава новой нацкомпании «Астана-Экспо-2017». Чиновники, похоже, уже взялись за дело. С сегодняшнего дня в столице в поддержку всемирной выставки запускается целая серия выставок местных. На одной из них побывали мои коллеги. Эта прическа символизирует знак Экспо-2017. Посмотрите, пожалуйста. Вот это все цвета соответствуют цветам Экспо-2017. Замысловатые прически, как один из этапов подготовки к Экспо. Энергия будущего на головах юных казахстанок в осязаемых формах. Ветряные установки, фонарики и солнечные лучи. Такое увидели моду 2017 года студенты и педагоги творческих специальностей. Я хотела изобразить лампу, просто лампу, огромную лампу. Хочу лампу. Потому что она связана с энергией, не знаю, вот как бы подпитка энергии. Этажом ниже выставка декоративно-прикладного искусства, тоже с национальными элементами и тоже посвященная Экспо. Всего более 200 работ. Все они пробудут тут до конца дня, потом вернутся туда, где их создали, в колледж менеджмента и бизнеса. Гостям столицы эти картины и кукол показывать теперь будут периодически.
политика президента говорит о том, что мы должны достойно представить наш Казахстан, а кто это должен сделать, как не мы, молодежь. И поэтому мы хотим показать, что у нас очень растет очень талантливая, знающая, умеющая молодежь. По словам организаторов, то, что выставку на данную тему провели сразу после нагоняя президента, это совпадение. Мероприятие планировалось уже давно. Напомню, накануне Нурсултан Назарбаев раскритиковал организацию Экспо и даже поручил расформировать оргкомитет за неэффективность. Вопрос города не лезть в конкурсные проведения, а просто помогать коммуникациями и то, что они скажут. Иначе ничего не будет. Садись, я потом скажу. Проваливайте вообще дело. Как бы то ни было, сразу после совещания дело стало двигаться активней. И в столице теперь выставка за выставкой. Сегодня отрапортовались дизайнеры, а уже завтра поддержать грядущее экспо должны флористы и архитекторы. Замзагуль Абдрахманова, Нурболат Исаев, из Астаны, Казахстан. Сделать правильный выбор в будущем школьникам теперь поможет специальная компьютерная программа. Педагоги и чиновники намерены выяснить с помощью высоких технологий, какие профессии больше всего подходят ученикам. Нургали Карабаев о том, совпадают ли профориентационные возможности с желанием самих ребят. Программа профориентация еще на стадии разработки, но за 4 года Министерство образования планирует внедрить ее в казахстанских школах. Проект должен помочь ученикам выбрать подходящую профессию. Сегодня в Алматы старшеклассникам предлагают пройти тест. В нем учтены три направления – профессиональные интересы, способности и личностные особенности. Все это ради оптимизации рынка труда. По результатам теста мы получаем не только вот список профессий, но и описание профиля, но также и предложения по развивающим и обучающим программам. И чтобы немножко правильно сориентировать ребят, школьников, старших классов, на то, чтобы они выбирали профессии, те, которые, как бы сказать, актуальны для рынка труда. Десятиклассница Акмарал и без помощи компьютера уже определила свое будущее. Ее мечта довольно необычна. Я еще не решила, но, может быть, я становлюсь горным физиком, потому что мне больше ближе физика. А вот старшеклассник Камбар предпочитает не проходить онлайн-тест, а самостоятельно создавать компьютерные программы. Собираюсь стать программистом, потому что думаю, что хорошо знаю компьютер и хочу заниматься этим. Десятиклассник Алибек готов стать финансистом потомственным. Эта профессия была и у деда, и у отца. Нарушать семейную традицию мальчик не намерен. Уже прикинул и будущие дивиденды. Для меня именно вот эта профессия, как бы она мне нравится. Я думаю, с помощью этой профессии я могу жить, хорошо зарабатывать. В это время взрослые на конференции в Алматы анализируют рынок труда, в каких сферах переизбыток специалистов, а в каких их катастрофически не хватает. Это сельское хозяйство, это добывающая промышленность, это потребительский сектор, производство продуктов питания и ритейл. Также это компании, работающие в сфере IT-технологий и интернет-продвижения. Несмотря на эти данные, никто из школьников сегодня не рвется, например, в село и обеспечивать страну продуктами питания. Даже предварительный опрос съемочной группы показал, будущие абитуриенты хотят пойти в банкиры, финансисты, юристы и на прочие офисные должности. Нургали Карабаев, Серик Каржубаев, Алматы, Казахстан. И в завершении. В Алматы стартовал конкурс поделок детей с ограниченными возможностями. На суд жюри представлено более сотни работ. Подробности у Юлии Панкратовой. Поделки из пластилина, войлока, деревянные игрушки. Все это сделано руками детей-инвалидов. Автору лучшей работы на фестивале «Мира мы» обещан образовательный грант при поступлении в один из вузов. Творчество помогает им не только реализоваться, не только поверить в себя. Они, понимаете, эти детки мечтают о таких профессиях, о таких высоких целях, о которых, наверное, я не могу сказать, что наши дети могут так мечтать. У них высокие, такие хорошие, здоровые амбиции. И абсолютно не чувствуют себя ограниченными в каких-то физических или других возможностях. Дерево из бисера сделала восьмиклассница Балаусы Мукай. У девочки сложный диагноз – нарушение непрерывности кости. Другими словами, она не может самостоятельно двигаться. Мастерить Балауса начала с первого класса. Тут много яблок. И наш город называется Алма-Ата. Яблоки, дедушки яблок. И я делаю эту творческую работу, потому что тут яблок много, и я делаю эти яблоки из бусинок мелких и крупных бусинок. Я беру из лески. Эту работу ушла у меня ровно неделя. И в будущем
будущем я хочу стать учителем труда. 10 лучших работ в мае отправятся на благотворительный концерт. Критерии оценок высокие. Ценится идея и качество исполнения. При этом жюри хочет убедиться, что ребенок творил самостоятельно. Тут учитывается, ну, наверное, вот эта первозданность, потому что многие работы сделаны под руководством педагогов и, ну, как бы, заложены в голову чужие идеи. А там, где есть вот эта первозданность, именно видно душа ребенка и его отношение к миру, соответственно, эта работа, она, ну, наверное, будет интереснее. Фестиваль «Мейрамы» продлится до сентября. В рамках конкурса будут оцениваться и сценические таланты детей-инвалидов. Победителям тоже обещаны гаджеты и образовательные гранты. Юлия Панкратова, Константин Федяев, Алматы, Казахстан. И на сегодня пока все. Новости Казахстана каждые 2 часа на К+. Увидимся.